давайте научимся проверять любой сайт, который вызывает у нас подозрения, на предмет того, есть ли там какие-либо вирусы, которые могут шпионить за вами, похитить какие-то данные с вашего компьютера, просто навредничать как-нибудь. Или, ну я не знаю, ну любой вред нанести, да, абсолютно любой. Установить что-то без вашего ведома. Безопасность в интернете, особенно в наше время, имеет первостепенное значение. Этим пренебрегать, я думаю, не стоит совершенно. И в качестве того, чтобы обеспечить дополнительную защиту нашему компьютеру, я советую вот проверять сайты, которые вызывают у нас подозрения, на которые вы не слишком часто заходите, или даже те, на которые вы часто заходите, но просто никогда не задумывались о том, чтобы этот сайт проверить. Вот. Можете перейти по этой ссылочке, если вам лень набирать на клавиатуре этот сайт. Называется он app.webinspector.com. Это сервис, который предоставляет нам известная компания Комода, которая делает лучший в мире бесплатный фаервол и неплохой антивирус. Вся база, которая наработана в компании по зловредным файлам и программам, ну, то есть по вирусам, да, будет доступна для сканирования. Итак, переходим вот по ссылочке. Можем вбить сюда любой сайт. Ну, к примеру, не знаю, находим в интернете совершенно случайный какой-то сайт, новостной там, не знаю, канал о мотоциклах. Вот. Давайте выберем такой не очень известный какой-нибудь сайтик. Ну вот, да. Хотя это, наверное, известный сайт. Ну, все же проверим. На чем-то нам надо проверить. Давайте сюда эту ссылочку убьем. Start the scan. То есть запустить сканирование. Подождем какое-то время. Можно так проверить сайт, можно проверить какую-то страничку отдельную. То есть то, что вам нужно проверить, этот сайт вам проверит. Сами понимаете, что сканер сейчас штудирует сайт. Он все проверяет, каждую мелочь, так что процесс этот, возможно, будет длительный. Этот сервис не раз мне помогал избегать заражения компьютера, причем достаточно успешно. Вкладочку. Видимо, сайт очень крупный, очень большой, поэтому проверяет очень долго. Но если сайт маленький, ну, какой-нибудь там, не знаю, сайт с программами, да, или маленький новостной сайт, то проверит очень быстро. Давайте на сайте, который поменьше, проверим. Потому что это слишком длительный процесс будет, видимо. Вот. Повторяем. И ожидаем, пока закончится сканирование. Итак, прошло достаточно длительное количество времени,
минут, наверное, 10 или 15, и наш сайт выдал результат по ссылочке. Смотрите, что получилось. Ресурс, да? Ссылка. Домен, IP-адрес, который сканировался, и страна, где находится сайт. Можно посмотреть информацию по сайту, более детальную, если она вас интересует. То есть тут здесь, ну, все-все-все будет указано, кому принадлежит домен и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Мне эта информация не интересна, поэтому я этот сайт знаю. Но если вам сайт как неизвестен, вы не знаете, то лучше, конечно, посмотреть, где он и что он, и как он вообще. Вот. Видите, ничего не нашло нигде. Полностью зелененькая. У нас вот кружочек. Написано safe, то есть безопасно. Если бы что-то было, то здесь бы появилась красная зона, high risk, то есть высокий риск, либо подозрительные файлы, вот желтенькие. И если бы что-то нашло, вы бы могли сообщить о том, что сканирование прошло не совсем удачно, то есть были найдены какие-то подозрительные файлы или откровенные вирусы. Вы можете сообщить об этом сразу же, и уж поверьте, Комодо сразу примет меры, оно включит этот сайт в свои базы и не даст другим пользователям, ну и вам в том числе в будущем, попасть на этот сайт, и возможно он даже откроет для себя новые какие-то вирусы, которые вот появляются, как известно, очень в больших количествах новые вирусы появляются, и Комодо благодаря вам сможет обнаружить их и добавить в свои антивирусные продукты. Вот. Это очень полезный сервис. Проверяйте все, что вызывает у вас подозрения. Повторюсь, это делать надо почаще, не лениться. И тогда ваш компьютер будет полностью защищен. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, сервис вам понравится, принесет пользу. Всем пока.